Малахит издавна считается энергетически сильным минералом, способным исполнять желания. Это камень гармонии, спокойствия, равновесия. Он дарит счастье хорошим и честным людям, которые в этом нуждаются. Минерал используют как оберег от недобрых сил, от сглаза и прочих негативных воздействий. Он впитывает отрицательную энергию, и это свойство особенно актуально для детей и беременных женщин. Благоприятное влияние малахита направлено как на духовную, так и на интеллектуальную сферу личности. Он помогает владельцу стать более уверенным и упорным, принимать осознанные решения, находить нестандартные подходы, сохранять остроту ума. При этом малахит дарит более оптимистический взгляд на жизнь. Энергия минерала притягивает к его владельцу внимание других людей. Чтобы ослабить излишний интерес со стороны нежелательных персон, следует носить камень, оправленный в серебро. Для женщин, которые устали от одиночества, такая магия малахита поможет найти вторую половинку. Эти и другие украшения из малахита, а также много иных украшений из натуральных природных камней вы сможете найти в моем интернет-магазине на ярмарке мастеров. Ссылка под видео и в комментариях. Отправляем из Подмосковья по всему миру!